Всем привет и приятного просмотра. Продолжаем проводить мафию третью. Фу, чуть не врезался. Ну, бокс тут. Со мной до сих пор, как ни крути, сколько уже играю ее. И научился ездить нормально. На джойстике. Почему-то мафия, ой, мафия. GTA 5 легче. Ну ладно, ничего страшного. Едем дальше на эту миссию, которую нам надо что-то там делать. Надо уничтожить. О, сейчас сообщу. О, не то поехал. Эй, фикс. Здорово, мужик. Снимай. Я тоже могу снимать. О. О, проехал. Слишком рано я поворот сделал. Опа, проскачиваем, повезло чуваку. Нам не тот ваш обман, память. Тоже на катере, что ли? Осталось 1000. Прикольный городок такой. Где-то странный, я не знаю, катались, не катались. Насмотрелся на городок. А, можно прям, блядь. Прям поедем, знаете, зачем на повороте. Там что-то красный ходил, враг. А если когда мы все уничтожим, он тут останется красный еще, его часть банды или нет? Я просто не знаю об этом. Без понятия вообще просто. Это опять что, искаешь у меня будет? Ё-моё, блин, на. Это я все понимаю прекрасно. Это что, издевательство? Мне уши найти надо. Опа, карты заглючил. Карты заглючил. Даже по сумке. Вы так вот видите? Ни дороги, ничего нет. I'm in Frisco with a shitload of green. Sure thing, yeah. Heading your way now. Caution. А почему я? Не мешайте, пожалуйста. Поговорить с ним. Дувал, where is he? Go on, man. He's putting together a hunting party with the Union boys. Менты рядом с нами, мы общаемся. For your ass, up near the old lookout point tonight. Guess they'll have to start without you. Ну, конечно, убьют меня здесь, тут как ни крути.
все, отыгрались. Какую-то там встреча какая-то будет. Зато подъехать будет, купить себе оружие, аптечек. О, я потерял. Потерял много чего я. Переодевание с 8 не надо. Так, пушки-то мне патрон не хватает. А как спуститься-то, парни, а? О, аптечка есть. А тут недалеко, да? О, тут 600 метров всего лишь. Так мне спуститься куда-нибудь как-нибудь здесь. О, тут еще аптечка есть. Кажется, мне нельзя ее уже. Здорово, мужики, я так спущусь, ладно. Здорово. А где тут выход-то? А, вот он. А вот машинка моя. Так, мне нужно вот это. Патрончики мои. Ко мне. Спасибо, чувак. Ты меня прям спасаешь. Так, вот это надо взять обязательно. Все, спасибо большое. А я хочу разбираться с ним. А, не так уже есть. Сейчас разберемся со всеми этими идиотами. Вам дорогу включил. Ну она крупнее, чем другие, да. Погода прям для этого и создана. А увеличивать сейчас не будет? Ну, тут расстояние не по дороге высчитывает, да. А другое. Ездили, кажется. Да, блин, ну нашел я на деревьях, блин. Хелл терять. Нет, здесь, кажется, блин, я говорю об этом. Нашел где-то на хелл терять какие-то деревья. Defense of Louisiana against northern aggression. Now he died in this spot to protect the virtues and the values of his people. Oh shit! I got him! Nigga, son of a bitch! Fucking grenade! I have some cover.
Да блин, он, ну я не заметил его, а. Палу убил, а. Две гранаты пропустил, блин, а. Не убил его все-таки. Надо было его просто стрелять по нему. Больше шансов было. Нет, это не тот угол. Я хочу тот, который здесь битреми Дюваля. Дюваля какого-то. А это типа сюжетка полноценная. Так понимаю, да? We stand here in the ruins of the last century. It's right in this spot where my great-great-great-grandfather joined his brothers in the defense of Louisiana against northern aggression. Now he died in this spot to protect the virtue and the values of his people. Gave his life. Уходи, 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 уходи. And a righteous fire came out of him. Get my way, and you go first. Из этого никуда. А что дальше делать? А, их убить надо. Ну темно ничего нет, нифига. Куда он стреляет, я не без понятия вообще. Союзников надо убить. Его. Так, это готов, падла. Это готов, падла. Готов, падла. Готов, падла. Так, братва, может зря я вас вызываю. Вот Павел-то.
всех поубивали, что ли? Тихо-тихо, уходим. Уходим. И пас не остался. Я не понимаю, откуда появились эти. Ай, блин, не ту кнопка. Ну иди сюда, папа. Блин, ну это урод, а. Сейчас поговорим с ним. А, гранату я взял. Ну чё, Павел, договорился ты уже, а? What now, nigga? What now? Have it your way. Сгорел, а? Живем. Seen here in Frisco Fields is one of the city's most prominent citizens, Remy Duval, was savagely murdered. Witnesses report he was bound to a cross and set on fire. Let's see if we can get a statement from the police. Chief Wilson, you care to make a comment? It's those goddamn niggas. Every last one of them needs to be rounded up and shot. That's quite a statement, Chief. You need to wipe the shit out of your eyes, son. Take a look around. There's a goddamn war going on. Не прав. Они первые начали войну, на самом деле, по логичке. Но мне все равно, это не мое дело. Все, время, конечно, было такое. Ты сейчас не изменился к лучшему. Так, эта война продолжается. Теперь ее надо убить. Офигеть просто, а? Так, мне нужен автомобиль. Вот он, автомобиль едет с моим боеприпасом. Прямо здесь остановился, я думаю, ты не будешь снимать. Так, давай посмотрим. Пополнить боеприпасы. Гранаты тоже. Улучшение. Максимум. Use it in good health. I'm heading out. Ну и все. Так, возьмем тачку. И поедем туда уже сразу же. Время еще у нас 20 минут есть, но я не знаю, справимся мы с задами или нет. Ну хоть посмотрим, что мне суть идет. Тут недалеко ехать. А я так не писал, а броню-то можно купить, интересно. После ночной драки было стрельбы, можно сказать.
поубивали всех этих. Так. Мне это не надо. Ты сам не понял, где он находится. Машин боку ворот поставил, все нормально. Пойдет. А он что, тут машину что стоит? Нифига себе. Оливия's at the country club. Get in. I'll run you through the plan. You're gonna love this. Marcano's having real estate problems. I still don't understand why Olivia Marcano was involved in any of this. By all accounts, she had two or three times the money that Sal Marcano had. Money didn't mean shit to her. From what I was able to piece together, she hired someone to kill Lucho. Wanted to run things herself. Bottom line, I think she got off on all that mob bullshit. We're fucked, Olivia. You understand? That fucking shit-stained Duval didn't name us in the will. Now everything's going to his goddamn nephew. Have you actually reviewed the will? I read the part that said all the land I'm building my casino on is now going to Steven motherfucking DeGamo. I read that part. 6 months ago, Remy revised the will, but he never executed it. What the hell are you talking about? In order for the will to be valid, it needs to be signed. Well, goddammit, woman, I know that. What does it mean for us? It means I have grounds to contest. Remy and I were business partners in several ventures, and one of my holding companies lists the land as an ancillary asset. Sounds like a lawyer's wet dream. What's something like that gonna run me? I haven't the slightest idea. Nearly every cent I got is tied up in that goddamn casino. I can't afford a big legal fight. There's got to be another way out of this mess. Steven is coming to town for the funeral. I could arrange a meeting. Offer him a percentage of the casino's profits if he signs over the land. Yeah. Yeah, that could work. And then once he signs, we take care of him. All right, set it up. But my patience is at its goddamn end. Do you understand, Olivia? I'm tired of this bullshit. Have a little faith, Sal. Now, Mr. Clay entered the country club disguised as a waiter. Everyone in attendance was a rich asshole or part of the Southern Union, so getting Lincoln in there was easy. You put a black man in a uniform and he's damn near invisible. Hell, I drove in through the front gate and dropped him off. No one even gave us a second look. No. Surely, his uniform wasn't enough to get him past Mrs. McConnell's personal security detail. I mixed up a vial of fast-acting LSD. You know, same basic formula that we use as part of MKUltra. And I gave it to Lincoln. He used a syringe to put a couple of drops into every drink he served. Within a couple of minutes, anyone who drank that concoction was whacked out of their goddamn mind. Fuck me. What? What happened? I never learned how to tie a bow tie. You sure you're up for this? Shit, I get in there and dose the guards with his military-grade LSD and get to Olivia. Don't let those pricks goad you into anything. Remember, you won't be able to take any weapons with you. How's it going, buddy? Follow the driveway up to the left. You've got the case, the syringe is in there. And remember, the drug acts fast. It'll fuck up whoever gets a dose real quick. Good. No sense in giving anyone time to figure out what's happening. Let me get a look at you. If they kill you, at least they'll have something nice to bury you in. Fuck you. You see everybody else got here on time. Them crackers put their hands all over everybody else. Lazy nigga. That's their job. Had me out there. Fucking asked me where I got my car. Where I'm from. You best get in that uniform. Or get out of my goddamn kitchen, Claudia. Ты надоели вообще-то здесь. Мне с тобой пообщаться надо. Ну пошли, чё ты? Get a rag on that counter. Looking like a goddamn rat's head. Работает. So Olivia's gonna be out soon. She gonna say some words from old Mr. Remy. Can't stand a lazy nigga.
Nothing lower on the face of God's earth. Они еще их профсоюз убивали, они здесь еще есть. Вот это чумить. Get them. You ain't been paid to stand around, boy. Go serve them poor folks. Чуми просто. Да, работай быстрее. Опачки. Бутылочка готова. А что, все бутылки будем? А что мы там, яд что будет? ЛСД. Так, еще одна бутылочка. Мне так напоминает на хитман какого-то. На самом деле старых версий. Nah, stop right there. Hold on. You ain't been paid to stand around, boy. Go serve them poor folks. Drink up, motherfucker. А куда, сюда что идти надо? So do they have a suspect? Not a one. Old Earl set to send some of his boys out to the holler, rattle some of them monkeys' cages. I don't see it being one of the colors. Fucking apes was never too smart, but you don't watch them. They get very what are you doing here? О, наливаю тебе. Простите, дамочка. First, I'd like to personally thank you all for coming to see our dear friend Remy Duval off. I know with all of the violence that has reached its way into our community, it might have felt safer just to stay at home or even leave town. But you did what Remy would have done. You held your head high and you didn't run away. It's not exaggerating to say that Remy was a brave man. But his bravery is not what I'll miss most about him. What I'll miss most about Remy Duval is that he gave this city, no, he gave us a voice. The man who murdered Remy robbed this city of someone who honored its history. Not only that, Remy respected our shared Christian heritage, which extends all the way back to Europe. Remy was a dear, dear friend of mine. A dear friend to all of us. Да. Я вообще ничего не читаю. In the coming days and weeks, let's honor his memory by taking back our city, by preserving the way of life we hold dear. To Remy. To Remy. Shame we had to let her go. She's been with us since our boy was in diapers. But you tell me, what was she thinking, letting her son into our pool like that? First, it makes me wonder what she's been up to behind our backs. What has she been putting into my son's head? Beats me. Эй, телеохрана. Телеохрана, иди сюда. I mean, every last goddamn dime is gone. Yeah, you the Jesus. What am I gonna tell the other brothers? We'll remind them to maintain white pride, brother. Because right now, it's the only thing the Southern Union has to its name. Здоровье пей. Идем сюда. Блин, серия, не знаю, надолго, может, будет. Фиг с ним, нормально. Раскочим как. Так, ты хочешь выпить это по-любому. Hey, давай наливаем тебе. Yes, maybe. Пойдем what дальше. Well, let's just say there даже was на этом кто не хочет останавливаться. Это же очень интересно. Давайте нальем еще бутылочку. Так. We find the shine who killed Remy. He's gonna wish he was dead. Ты ж хочешь выпить?
А тебе? Oh, he's probably one of the good ones. My condolences. Yeah, well, she's my wife, and I shouldn't have to beg for it, is all. Whatever you say. Сделать перекур. Thank you. But it fills out as much. Погнали на перекур, пойдем. So I think I'll keep. Okay. Прикольно, вот это мне нравится. Это за новую бутылку, я так понимаю, да? Идем. Remy would have appreciated it. That's so lovely. Куда мне идти надо? Old man, dingo, nigga. Да блин, ну иди далеко. Здрасте, дамочки. Так, вот и мы здесь. Hey, new guy, you can smoke over here. Давай покурим. You see how Clarence is behaving? Looks like he's got a touch of whatever's going around out there. Ask me, it couldn't have happened to a nicer fella. Serves him right. Nigga this, nigga that. It's every other word that comes out of his mouth. Bad enough hearing it from all these white folks, don't need to get it from one of our own. Maybe after this, he'll rethink how he runs things around here. That'd be the damn day. Ну что, покурили, хватит? Ну и что мне тут делать? Следите за Оливией. Пойдем следить за ней. Men on the moon? I could give a shit. Cause all gonna be white. Да, супер вообще просто. Нифига, он отскользнул. Он проехался, видели? Человек просто взял и проехался. I don't care what Clarence says, I'm staying in here. Those people have gone crazy. Finna cut that crowd. What was I saying now? I just... I wish I could show you. It's all connected. You see? Me, me, him. Офигеть. Уже разделись даже. See you at Sunday Mass. God damn, Donna. Yes. These people are amazing. I see you, Remy. I see Remy. No. Something is wrong. Oh. Get me out of here now. Yes, ma'am. He's possessed me. I want additional men placed on the front door and around back. No one's allowed in or out without my say-so. Should I say something to the guests? Such as? You saw them. They've all come down with some kind of Я могу нормально идти. Oh, I'm sorry. I'm so sorry. That for Ms. Marcano? Yeah. I mean, yes, sir. Go on through. Хорошо. Put it on the ball. Has DeGarmo signed yet? No, ma'am. Dog, and they've been beating on him pretty hard. Take one of his hands, see if that changes his mind. We need to get away from here before whatever is happening downstairs gets worse. I think our Negro friend here is a little dim. Won't someone get him out of here? Got a problem. Shoot him faster. Hurt on that piece of shit. Я сгорел. Сколько я ждал то времени, очуметь просто, очуметь. И я просто тупо сгорел. На работе, блин, а? Как-то нереальность вообще просто.
Все опасно, откуда начнем эту серию. Если она начнется с того момента, когда мы покурили, типа сохранилась, значит можно. Да у меня такое еще чуть-чуть игра зависла. Вот Мафия третья, даже по своему PlayStation нормально сделали. Ну ладно, я думаю, на этом мы остановимся. Уже увидимся в следующих сериях и других вам прохождений. Всем вам удачи и пока.